Я как в сказочном лесу тут. Да. Ой, я вот такой сделаю сейчас. Осторожно, представь, если она отломится. Галюх. О. Смотри, как классно. Дай. Смотри, как вот этот мат. Да. Блин, я бы в детстве тут жила вообще. Ну да. Шалаш. Девчонки мои, если кто увидит это видео, мы бы здесь шалаш такой. Пойдем. Да. Давай. Так водопад вот он. О, это красиво. Вот это же лазит. Вот тут говняки малолетки по-любому лазят по этим деревьям. Это как красиво, как деревья лежат. Как страшно. Книжку читать, да, вместо школы? Да. Книжку вместо школы. Меня когда заставляют улыбаться, я так улыбаюсь. А кто тебя заставлял улыбаться? Чё ты палишь? Палишься сразу. Этот оператор заставлял. Он меня еще много чего заставлял. Прикольно, смотри, какое дерево. Вот это катается вообще. Сторона. Не очень безопасно выглядит. Да, ну тут и на дороге. Поэтому и огорожено. По-моему, не покупается. Я прыгаю, я отвечаю. Пошли. Давай. Я спрыгну. Давай дальше. Идем в другую норку. Так, а какую? А, подожди, давай вот тут посмотрим. Давай. Ну, тут страшно подходить. Тут же не поручень, ничего нет. Вот тут грязненько. Ага. Ой, смотри, как это. А что упасть можно? Ага. После дождя. Давай, ну, все, тебя держу, блин, не гони. Хорошо. Ну, короче, сажались. Мы пойдем на вон тот камень. Да вставай, блин, на чудо. Пошли. Смотрите на нее. Саша рисковал там. Оператор увольняет меня. Аккуратно там. Да. Нету никого, только народу ходило, да? Так, мы вот там были.
Да. Давно опять рисковать. Смотри, бассейн внизу какой прикольный. Да, я представляю, сколько там рыбы. Подожди, добраться туда тяжело. Здесь траут везде. Везде вот в этой речке. И он не может такую преграду... Ой, там пляж, смотри, он напротив. Да, подожди, это... но не там обычно? Нет. Мы обычно вон а там кемпали, да. Вот в том направлении, за поворотом, вон уже скалы открываются. Где-то там. Красиво. Как? Давай, все, давай. Ну, Саш. Вот, мы... Слазить?